Дождь чешется. Привет. Привет, народ. Привет. Что, мы снова в центре Кракова. Смотрите, здесь недавно мы ели вареника. Вареников, да. И это называется площадь Малый рынок. Да, вот такая небольшая. А за вот этим домом уже видим Моряцкий, и там большая рыночная площадь. Ну вот мы нашли один дост, возле которого мы постоянно проходим. Смотрите, какое красивое красное здание. Это у нас костел или церковь Варвары, да? По-моему, да, церковь Святой. Вот, мы вообще думали, я вообще думала, что это кусочек Моряцкого, и там заходили в это здание. Я думала, что монашки в офис заходят. Монашки в офис заходят? Да, они просто в офис заходят к себе на дежурство. За зарплаты? Да, за зарплаты. Сейчас покажем вам. Так, все-таки здесь красиво, и вот такой вот дост, который... Даже мы не заметили, не все замечают. Нет, мы к нему подходили, смотрели что-то. Ну как, знаешь, как это? Ну, в общем, как-то не обратили внимания. Так что сейчас мы зайдем и посмотрим. Люди пишут красиво, хорошие отзывы. Мы обратили внимание, что мы его пропустили. Кстати, здесь такой красивый вход. Раньше мы обходили с той стороны, а сейчас мы быстрее попадем к Моряцкому. Вот мы уже выходим на Моряцкий костел, который нас в Кракове впечатлил больше всего. Ну, кстати, такие красивые фрески. Мы заходили с вот этой стороны, всегда шли, уже бежали, смотрели на красивый Моряцкий и не обращали внимания. Посмотрите, как красиво. Велосипед такой вот, такие дворечки уютные. Ну, просто пробегали мимо, не поднимая головы. Да, там и колокольня своя. А на самом деле такая красота. Ну, так что решили сами пройтись и, конечно же, вам показать. Ну, красиво. Красиво. Опять нас ключевое слово красиво. Ну, красиво. Великолепно. Не обманываем. Сердце замирает. Помнишь, как мы вчера прочли отзыв? Да. Сердце замирает. У кого скудный запас, нужно говорить, сердце замирает просто. Ну, у меня не замирает, если честно. Просто так, красиво. Ну, давайте посмотрим, какие а здесь вот фрески. Сердце есть. Замирает. Посмотрите это. Справа окна в таком фисташковом цвете покрашено. Я тоже хочу такого цвета. Не видно, да, что он цвет? Ну, фисташковый. Ну, видно. И группа английских туристов. Так, давайте покажем фресочки, еще покажу справа. А где фрески? Что такое фрески? Ой, вон, справа. Вот такие вот. Я вчера тоже стояла, заметила. Но мы вчера пытались туда пройти, было пение, но мы не зашли туда внутрь, было закрыто. Вот такой он, костел, или сказать, церковь Святой Варвары. Сейчас ближе подойдем. Ну, дай бог, чтобы мы зашли туда. Было бы интересно вам показать все. Закрыто. Закрыто, а что ж делать? Может быть, поэтому... Ну, давай, службы тут написано. 9:30 на польском, на английском, до часа. В 11. В 11, 12:30. А сейчас который час? Сейчас полдесятого, пол 11. Пол 11. Ну, может, откроют, не знаю. Но это будет служба, понимаешь? Ну, зайти и посмотреть, что, что внутри. Пока будут собираться. Ну, вот она даже... постоянно как-то закрыта, поэтому ее как-то... Ну, вот, я же говорю, я когда мы были здесь в июле... Сейчас напоминаю, конец августа. Видела, что монашка зашла сюда и вообще подумала, это офис, который относится вот здесь вот. Это ее офис, что это все относится к Моряцкому. Моряцкий вам уже хорошо показали, и вид с него шикарный просто. Иди сюда, как я вижу. Сейчас, подождите. Не знаю, кто это. А. Собаки. Нет, вот отсюда именно красиво видно. Вот отсюда. Видишь, они подгрызают что-то. А вот малыча такое слева, внизу. Тоже якисть. Еще не выросло. Вон, видишь? Подгрызает да, что-то. Да, подгрызает тоже. Маленький. Варвара, да. Ну вот даже костёл? Не, ну, костёл у них не знали, костёл что называется. Оно будет Святой... закрыто. О, красиво как. Ну, у нас, кстати, вроде как есть бесплатный вход в Моряцкий. Пойдем пока посмотрим Моряцкий. Наш отель выдал нам. Да, мы их показывали в прошлый раз. А я их не видела. Серьезно показывали? Мне кажется, ты обратила внимание, что солнечные часы, ну, так, наверное, глубоко я их не показала, но сказала, что они есть. Ну, видите, тоже Краков нас снова чем-то удивляет, даже Моряцкий.
кстати, помните, мы заходили вот в ту вот дверь, когда купили билеты там. Ну, сейчас как-то все по-другому. Смотри, да, мы же заходили в ту дверь, когда приобретали билеты там. Ну, наверное, не с 11. С 11 как-то хорошо здесь погулять. Да, вон нам туда, вот в ту дверь, пойдем там походим и потом попробуем. Тоже походят, может, индийцы откроют. Зайти в такую красивую церковь. Сейчас отдалю вам. Вообще Краков удивляет каждый раз, это приятно. Обменяли мы нашу визиточку, а я визитку показывала, когда мы отель показывали. Вот нам дали на двоих человек вход в Мариатскую базилику. О, так видите? Тут еще это, если все расписано. Да, показано. Все расписано. О, наконец-то какое, посмотрим. Какое, где расписание, так что зайдем, посмотрим. И вот, кстати, я уже упоминала, что, да, Витшвоц, наш отель, и он... тот человек, который сделал алтарь Девы Марии, который открывается. И сейчас он закрыт. Мы там зашли, сейчас он закрыт. Не, что-то пришли мы в 11, что-то вообще странно. Вообще ничего нету. Написано в 11. Что тут написано? 14 серпня. Нет, а что-то уже прошло. Да, что-то. Вообще, короче, ну... Закрыто, народ. А что ж делать-то? Ну, рассказать, что мы нашли в интернете. И последние отзывы 3 года назад. 3 года назад. Не год назад, не пару дней назад. То есть последние отзывы 3 года назад. Есть 6 лет назад. Тоже люди подошли, подергали. Закрыт. Ну вот, конечно, как можно этот ДОСТ освещать, если он закрыт. И фотки красивые внутри. Варварочка, что же вы так, откройтесь. А то, что, друзья мои, было в 11, это по воскресеньям. Вот. 16, 18 и 20. И трубач играет свою песню красиво. Песню? Мелодию, которая обрывается на середине. И мы уже знаем, почему. Ну вот и вечер, мечты сбываются. Открыто, можно зайти. Только Наташа показывает, молчать нужно. Ну пошли. Угу. Ну вот такая красота. Донаты электронные. Вот Наташу заметила. Так, все, пошли. Ну, как вы поняли, я там молчала и ничего не комментировала. Комментировать-то особо нечего. Это церковь, это храм. Ну, да, атмосферное место. Ну, вот, очень красивые потолки расписаны. Вот, ну, стоит зайти, тем более бесплатно. Открыто, да. Главное найти время и... Правильно. Я правильно поняла? Это донат электронный был, да? Да, донат электронный. Вот. Так что вот такая вот красивая церковь. Да, очень красивая. И вот такой вот красивый, вот красивый Краков. А часы уже не показывают.